Всем привет на канале Tasty Food. Я вам сегодня хочу предложить рецепт простой и вкусной выпечки. Это кекс на кефире к чаю. Вот что мне понадобится из продуктов. Для этого кекса я буду использовать пшеничную муку, сливочное масло, кефир, цедру лимона, яйца. Также мне понадобится сахарный песок, разрыхлитель для теста, щепотка соды, щепотка соли и немного изюма. Приступаю. Яйца с сахаром нужно хорошо размешать. Можно венчиком, можно просто блендером. Кефир должен быть обязательно комнатной температуры. В кефир добавляю соду и размешиваю. После того, как прошла реакция соды с кефиром, отправляю кефир в яичную смесь. Затем добавляю щепотку соли. Разрыхлитель для теста высыпаю на муку и просеиваю. Затем добавляю растопленное сливочное масло на водяной бане. Для аромата добавлю в тесто цедру лимона. Мне понадобится примерно 1 столовая ложка. Добавляю цедру лимона, изюм, все размешиваю и тесто готово. Посмотрите, насколько быстро и элементарно готовится это тесто. В принципе, этот кекс можно готовить в любой форме. Я буду готовить в данный момент в такой форме. Остатками сливочного масла смазываю форму. Выливаю тесто в форму. Отправляю тесто в разогретую духовку 180 градусов. Кекс провел в духовке 30 минут, которую разогрел предварительно 180 градусов. Но все зависит от духовки и от размера формы. Теперь кексу нужно полностью остыть. Кекс остыл, я его извлек из формы. Самое время посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю. Посмотрите, какое тесто. Очень аппетитное. Как я и хотел, чтобы этот кекс получился не сухой, он получился влажный, очень вкусный, в меру сахара, действительно отличный рецепт. А готовится очень просто, все смешал и в духовку. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом, вам этот рецепт обязательно понравится. Но что еще нужно вечером к чаю? Всем, кому понравился этот рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока!